Следующий видосик посвящен это тому, что ну, мы так все привыкли смотреть, YouTube существует, автор. Вот знаете, автор, чтобы заявить о себе, он начинает там выкладывать видосы бесплатно. Но там, в том же этом, заложены возможности платной подписки, спонсорская подписка. То есть люди, которые хотят что-то там получить более такое углубленное, то есть они это могут найти на спонсорской подписке. И тут встает вопрос, а почему на спонсорской, а не на такой? И знаете, я с чем столкнулся? Я раньше все, что вот на этой спонсорской, что там на платной подписке, я все это выложил. Заходят разного рода люди, совершенно неподготовленные. Они что-то там такое видят, для них кажущееся диким, а именно лечение, допустим, керосином, там, лечение там мочой еще, и они там хватаются от ужаса за голову, что это там такое, что это за средневековье сейчас, вот мы. А на деле это получается, да ничего не получается. Народ как болел, так и болеет, и еще больше из-за того, что... Подход, оказывается, не тот, который должен быть к этому мероприятию, лечению и оздоровлению. Совершенно он должен быть другой, нежели сейчас существует. Поэтому такие результаты. Так вот, и они начинают вдобавок еще жаловаться. Вот смотрите, Малахов там пишет про то, Малахов там пишет про это. Да это ж нельзя, заблокируйте его. Такие вот просьбы. Уже несколько видосов моих заблокировали насчет керосина. Поэтому, вот такие вот вещи, не то что там какие-то тайные, а вот чтобы люди, те, которым это надо, вот, пожалуйста, становитесь спонсорами, там какие-то оплаты такие, знаете, это, скажем, смешные. Читайте книги на спонсорской этой подписке. Вот там, значит, выложены мои книги «Целительные силы», которые я надиктовал. Я сам потратил много часов для того, чтобы все это надиктовать. Пожалуйста, слушайте, раз читать не хотите. Плюс вот эти различные видосики. Сейчас как раз я вот видосик сделаю доступным. Это мы все знаем, уже понимаем, что есть очищение кишечника, там печени, очищение, значит, жидкостных сред, ну и так далее, и так далее. А есть еще очищение сознания, уже и к этому мы подошли. А есть еще и очищение пространства, в котором мы живем. То есть вот этот дом... ну так будем говорить, вот я это создал, вот как мне нравится, тут полы такие там, окружил себя. Но мы же окружаем себя таким пространством, вернее, живем в таком пространстве, в нашем собственном пространстве, которое окружено нашими мыслями, которое окружено нашими отношениями, то есть с кем-то мы поздоровались, с кем-то мы общаемся, с кем-то там повздорились, с кем-то там полюбились, потом разлюбились. И все это оставляет соответствующие привязки, которые так или иначе начинают искажать наше общение с пространством. В итоге мы чувствуем, что как-то энергии маловато, как-то пруха исчезла, допустим, в том же бизнесе, еще в чем-то там, что-то такое. Какие-то стоят блоки, какие-то это. И вот я как раз одну из методик подобных изложил. И вдобавок у меня еще есть более там подробное. Все это надо просто-напросто сесть и, грубо говоря, рассказать, как это, что это, и показать, как и можно с помощью простых вещей очистить свое вот пространство, убрать разного рода привязки и почувствовать, что действительно, вот, знаете, так это. Вот я сделал эту процедуру, и так как я занимаюсь вот этой вот изодинамической гимнастикой, где огромные веса. И там вот, если у тебя есть свежесть, если у тебя есть, вот, грубо говоря, контакт вот с этой энергетикой пространства, ты ее можешь брать, то ты действительно там поднимаешь там солидные веса, там тона, чуть там больше, примерно так.
как только вот это все, где-то там с кем-то поругался, там еще что-то там такое вышло у тебя, какое-то, знаете, недопонимание, сразу же у тебя идет откат на более низкие веса. То есть ты уже там, грубо говоря, 800 там поднимаешь, как раньше ты 900 поднимал. Это чувствуется, я еще думаю, а что такое? И вот как я только эту процедурку так раздел, о, я чувствую, знаете, вот то же самое состояние, но зато я после этой очистительной процедуры сразу прибавил в энергетике. Вот такие вот вещи. Поэтому не забывайте о спонсорстве. Там есть очень интересные видосики, есть очень интересные книги, которые я надиктовал. И все это вы можете за какие-то смешные денежки смотреть и слушать.